Угу. Окей, слушай. Блин. Так ощущение то, что данный сет я уже сегодня видел. Во всяком случае, персонажи. Так, одержимый сектор. Вот этот микролак на самом деле очень многое сейчас может решить. Блин, если бы он попал, да. Если бы Максвелл, точнее, Рамирес там бы ударил, то... С этого стартера у Кенши достаточно неплохой урон, поэтому не стоит его недооценивать. Вот этот телепорт, он хорош. Особенно, если ты им обузишь. О, вниз 3. Захватив. А Рамирес не боится? Да, Рамирес идет сразу после... сразу после своей минусовой серии. То есть он сделал назад 1 и закончил верхним демоном. И потом еще вставляет... вставляет захватик. Окей. Так, телепорт. Есть, попал. 27%. Будет продолжать прессинг. Максвелл... А, да, есть, наконец-то. Зало профайлился от телепорта и поэтому смог... Смог уже дальше контратаковать, так. Ах, не наказал. Немножко все-таки скорости не хватает. Вот вблизи Кенши по Зесту не хватает скорости, поэтому некоторые вещи сложно. Сложно наказывать. Так, начался у нас зонинг. Но мне кажется, это точно не игра Кенши. Ну, точнее, во всяком случае, не данной вариации против сектора. Зонинг. Так, окей, напрыгнул. Слушай, а Максвелл... Слушай, красиво. Максвелл уже начал адаптироваться к техникам Рамиреса, но, мне кажется, во всяком случае, в данном матче поздно. Так, пока что 1-0. Так, до 3 побед, и я надеюсь, то, что я в АФК. Уйти на перерыв. Все, так, вернуться с перерыва. Да, все отлично. Так, кто-то там что-то пишет. Можно мне, пожалуйста, телефон? Да, что там люди пишут во время турнира. Окей. Так. Ну, короче, атакует нас со всех сторон. Ладно. Верхние ракетки. Уже Максвелл решил лучше контрить воздух и не давать просто так Рамиресу телепортироваться. Так. Сразу делает дальнего демона. Чтобы не было обузы вот этой серии. В углу. Есть микс. Так, второй микс какой? Опять же так же. И должен добивать. О! Ну? Нет! Вот Максвелл очень часто делает вперед 4-3. Против UFO это работало великолепно. Но Рамирес, мне кажется, не даст просто себя стагерить сериями. А вот это тоже неплохая разводочка, да? Он просто ударяет и сразу же вставляет вперед 2. И вроде на ударе 1, там плюс 2. Во всяком случае, у многих персонажей так. То есть еще такая тактика. Ты просто тычешь своего оппонента и дальше уже разводишь. Вот оно. Вот она. Контр-техника против телепортов Кенши. Делаем плюс с помощью 2-1. Делаем захват. Так, ладно. Подкатили вперед 3. Что дальше? Да, не попадает после телепорта по роботу, потому что использует low profile у нас Максвелл. Ладно. Кто кого разведет, ребята? Кто кого разведет? Тут... А вот это уже попадет, потому что когда он приземляется с помощью удара NGP, там радиус очень большой. Блин, у него 3 метра. Да, несчастью Максвелла. Так, вперед 2-1-2. Назад. И это конец, да. Нет у него, к сожалению, ни стамина на брейк, ни метра на брейк. Поэтому такая ситуация. Так, я очень надеюсь, да, то, что сейчас Максвелл не выйдет. Еще одна игра должна быть.
Так, ну мы, получается... А, мы... Сейчас же 2-0, верно? Да. Или Рамирес тоже не знает. Так, окей. Ну все. Let's go. Кенши есть. У Максвелла на самом деле в его распоряжении есть еще другие персонажи, помимо Сектора. Он играет... Как ни странно, в последнее время он был замечен за игрой за лягушку. Может показать рептилию, что там случилось. Был замечен. Ну да. Не, на самом деле это повоевать за воздушное пространство. Можно повоевать немножко вблизи против него и... Контрят в определенной степени, мне кажется, персонажи друг друга. Нельзя сказать то, что там... Кенши так плохо от робота, но... Кто кого переиграет, ребята? Кто кого обхитрит? Так. Блин, очень хорошо приземлился. Нету метра для продолжения комбы. Вот это разводки. Неплохие разводки. Так. Есть X-Ray, но, наверное, уже его использовать не будет. Да. Вот что я заметил. У Рамирса такой интересный стиль игры за Кенши. Позес. Максимально безопасно играет, и это, мне кажется, стоит похвалить. Да. Так, телепорты от одного и от другого. Ладно, хочет все-таки нанести максимальный урон. Есть, назад один. Так, захватик. Можно немножко игру поубавить, да. Ага. Так, 2-2-1. Точнее, 4-2-1. Я даже удивился, как это... Да блин, опять! Хорошая реакция, хорошая, офигенная реакция от Рамиреса, блин. Ни разу не получилось у Максвелла прессить его с помощью вперед 4-3. Каждый раз наказание. Окей. Так. Где-то по 40% должно быть. 37, неплохо. Ловит на эти серии. А слушай, достаточно эффективна тактика прессинга от Максвелла. Делает удар и сразу же продолжает другой серией. Ой, так. Плюс. Не уйдешь. Так, полено. Ой, так, есть еще. Да ну, неужели он выиграет? Не успел просто сделать телепорт. И мне кажется, там лагнуло из-за того, что анимация бруталки пошла. Слушай, 2-1. 2-1. Может Максвелл вернуться в этот сет. Так, нет. А вот мы возвращаться с перерыва не будем. Но посмотрим. Вроде, знаете, разводки лучше работают. Лучше уже чувствует себя робот. Робот против Кенши в данном матче. Но посмотрим. Игры очень близкие. Тут, знаете, возможно, немножко тебе должно повезти. Немножко ты должен адаптироваться. Немного твой оппонент должен ошибиться. Вот эти микро-малюсенькие моменты, ребята. Вот. Они строят всю игру. Так, тыкнули, отступили. Угадывает или реагирует на нижнего демона. Здесь уже попал, здесь уже прям напрыгнул. Хорошо. В этот раз 39%. Ай-яй-яй. Да. Он не брейкает. Понимает всю сложность ситуации сейчас. Максвелл. Блин. Слушай, хорошо зонится. Очень хорошо зонится. Рамирес. Окей. О! Это как сработало. Назад два телепорта. Камон. Блин. Проблемы большие. Ой, кто кого? О, попал! Так, надо брейкать. И что дальше? Так, плюс. Нет! Опять вперед 4-3 делает и наказывает. Слушай, Рамиреса просто так не обманешь. Так, слушай, ну это уже грязные техники. Все мы их знаем, все мы их используем. Вниз один. Так, ну, о, попал. Наверное, плохое было решение от Рамиреса делать рывок назад в данном случае. Опять!
Ой, повезло, повезло Максвеллу, то, что он находился высоко. Ладно, странный, короче, у них размен, ребят. Я не понимаю иногда, что происходит в данном матче. Ой, слушай, этот усиленный демон. Этот усиленный демон. Так, X-Ray? Нет. Окей. Ох, затыкал. Да, Рамирес не промах. Мне кажется, все вот эти тренировки, которые он недавно запустил, они дают результат. Он сказал, я вернусь Mortal Kombat, я покажу, кто тут папочка.